Вот так, прядка за прядкой, и появляется прическа у авторской куклы. В руках мастера Елены уникальная работа. Она создает ее специально для благотворительных торгов. Эти неповторимые куклы станут эксклюзивными лотами в закрытом аукционе, который в конце сентября проводится при поддержке журнала «Автограф». Цель – это привлечь внимание общественности и элиты к проблемам детей с онкозаболеваниями. Формат достаточно легкий, светский. И люди, которые будут туда приходить, они, собственно, ну, помимо того, что они примут участие в неком прецеденте, который еще не был, то есть получат определенные ощущения, они могут приобрести лоты достаточно уникальные, эксклюзивные лоты, которые предоставили нам известные люди края. Уже известно, что свои лоты представят Сергей Шубенков, Алексей Смертин, Евгений Октябрь, полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин. Все вырученные от продажи средства будут направлены в фонд «Мать и дитя». Организация курирует семьи с онкобольными детьми уже 20 лет и знает цену минуты жизни больного ребенка. Здесь оказывают медицинскую, социальную, психологическую, юридическую помощь, помогают в покупке лекарств. Кроме онкодетей, у нас есть дети-сердечники, то есть кардио, и дети, больные муковисцидозом, потому что тем покупаются аппараты, эти улетают у нас на пересадку, допустим, сердечек, мы их потом курируем и делаем. Поэтому сейчас вот лето было очень сложно, очень тяжело, поэтому проведение вот таких вот мероприятий, и тем более еще со средствами массовой информации, то есть с журналами и с газетами, и с телевидением, я считаю, что это очень хорошо. Подробности участия в благотворительном аукционе вы можете узнать по телефону редакции. Мероприятие состоится в парк-отеле «Солнечный» 28 сентября в 18 часов. Юлия Демидова, Александр Антропов. Наши новости.